Беги. Петров, не надо, на веле. Ты нас бьешь за звонок, а он... Ты боишь звонить? Беги. О, позвони там. Ну, бегом туда и обратно. У нас за звонок тут борьба идет, так вот не хочу. Бегом, бегом, бегом. Бегом давай. Во. Во, правильно, бегом. Боже, милости, будь мне грешным. Создал мне Господи, исчисляй согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Очень всех на тебя, Господи, уповай. Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь ты щедрую руку, то есть подаешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву причистоти Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милость сегодня грешному, создав мне, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй, благослови, дары, словом и силы молитвы. Вот первый раз сходили в храм. Кто руки все время назад на то делал, во время богослужения? Он сейчас держит на... Он непрерывно, даже за молитву садясь, он сразу раз. Первый раз в храме. Это ваше упущение. Он перед вами стоит, а я через вас лезу и говорю, руки, то разумею ему. Ну, маленько, это, конечно, высоко тебя смотреть, но надо опустить зрение. Я уже 10 раз его это делал. Ну, пример. Вот первый раз в храме. Да не в храме, он вот сейчас стоит он здесь. А, ну здесь-то, здесь... Причем тут храм? Ты не в храме, он все время стоит руки сзади. Значит, не о храме речь-то идет. Другой стоит, как будто бы в спортзал пришел. Нога за ногу, расширил ноги. Опять кто так делал? Я. Ты зачем? Ноги болели. Ноги болели. Так что все время вот так вот и старше пущешься. Непрерывно стоять напряженно нужно. Или молиться, или не молиться. Проходит какое-то время опять вот так вот ноги, как будто бы лошадь заставки где-то. Ты же не в конюшне находишься, это храм. Ты не можешь этого не понимать. Вы видели, как он в залее стоит у мертвого? Глазом не моргнет. Одна какая-то знакомая проходила, говорит, смотри. Так как вы не понимаете, гражданка, проходите дальше. Даже не моргнет. У мертвого стоят, а мы к живому Богу. И... А, это ничего не значит. Главное, сердце, сердце. Так это откуда идет-то? Из сердца или откуда? Из затылка? Это же избытка сердца, говорят, вот от избытка сердца человек кривляется, поступает куда-то. Тоже в храм не ходит. Ноги должны быть вместе. Первый раз тоже. Поэтому... Ноги вместе. Ты сразу вот так вот, смотри, вот это вот, не вот так вот выращивает, 45 градусов, я узнал это сколько. В Америке страна, кажется, такой свободы, ничего подобного. 45, и они учат их, 47 уже наказание будет. Заключение идет, должна остановиться за 2 метра, мэр, разрешите обратиться. Как просто все. Порядка нет, значит ничего нет. Хорошо? Теперь как подходить к иконам и к Евангелию, как к Христу? Два раза поклониться вместе. Один начал левой рукой креститься, вот так вот махать. Что это было? Ты? Ну как нет, ты все время... Как к Христу подходишь, тут вот, и ты левой рукой, все люди смотрят и подумают, больной мальчик, надо ему помочь. Ну, маленько-то приглядывайтесь к людям. Вы приехали в такое место, где вы всему научитесь. Вы могли не говорить. Отсюда вы были где в храме, там вам вообще ничего не говорили. Сегодня мне пишут. Мы впервые увидели, когда касается души и тела. Вы на будущее имеете, идем в храм, положите вам там что-то около стола и начинаете там, покажи, как они должны подходить. Поцеловали. И вот у нас аналой в лаге, вот эта рука у меня уже назад. Вот сейчас я как говорю, то раз. Не надо это делать. Вот это вроде стоит вместе, смотри. Вот так вот, а тут вот стоит. Смотри, какой, да? Другой нога вот стоит, приплясывает. Две ноги должны быть вот. Я вам дал отсюда, что могли посидеть. Пошли на занятия. Заметьте, как красиво все это. Вы, ребята, понятливы, я думаю, разберетесь.
Завтра, если Господь позволит, мы трое будем причастниками. Я прошу всех прощения. Спасибо. Сергей, тебе собак сдаю. Спасибо. Я покажу, как кормил их. Как кормил, как привязывал отсюда убрать, я одну не убрал, голову спать не мог. Где именно там? Вот там одна на цепи у урагана. Нет застежки, я там проволокой приматывал. Ты познал, повыше маленько взял, а цепь зажал, я кое-как оторвал. А он это время рвется. Это он мне пальцы оторвет. Потом ходили с собаками, с шариками знакомились, они играли. Ролик хороший получился. У тебя эти за деньги галушки, я каждому даю примерно по 6 галушек. Он сварил, а там какого-то сала добавил, рожки, и туда догонил, мне тут все. Вода есть. Так что в целости, сохранности. Сегодня я вечером уже не кормил, не прогуливал. Я утром прогулку делаю. Когда я? Садимся. Я сейчас уйду сразу. Это много. Звонит и встал рукой, кто-то скучает.